Ну реально, ну вода рыжей меня бежит, вот я вот сам рыжий, то есть там, ну вода рыжей меня с крана. Ты, наверное, воды порыжил. Ага. Неправда. У меня вода Я не знаю, вот в чем проблема. Вот на... Постоянно же она у вас бежит. Постоянно. Бывает такое, в основном, да, когда аварийные ситуации происходят, пожары. Так, уважаемые, я, конечно, извиняюсь, давайте по одному, потому что вы перебиваете друг друга и не слышать. Давайте вопросы потом в конце, если нужно, мы с вами поговорим. Ну зачем это выносить? Вы к нам не обращались, да не постоянно не говорили. Ну а зачем сейчас? Водой? Куда вы носите? Я к вам не обращался, но друзья. Цены поднимаете на воду, а вода-то не улучшается. Нельзя, не светлые вещи постирать. Я вас умоляю, какая цена? 66 рублей 35 копеек за куб. А была? А была сколько? Ну, 58 была. Не такая же она. Пусть она между прочим, дорогая, самая дешевая вода. Поездите в другие районы. Девочки, давайте не спорить не будем. Она у нас не сегодня и не вчера такая стала, правда? Мы сколько лет, вот я здесь 60 лет живой, она такая же. Ну, по крайней мере, у вас никаких не было проблем. Единственная аварийная бывает ситуация, ну и все. На улице что там, борьбы? Ну, может быть, может район договориться как-то с городом. Не надо нам вода с города. А почему не надо? Ну потому что она там забор с чулымой, с хлоркой. Я не думаю, что она. Вот вам понравится, а мне нет. И у каждого такие проблемы.